Ну ты убери призму, давай, я сейчас тебя возьму как-то. Не, неудобно. Сейчас, возьму, тебя заберу. Давай. Держи, я тут уберу. Хорошо. Угу. Карточку убери тогда. Остановка. Дубинская улица, дом 46. Держи. Угу. Следующая остановка. Савеловский вокзал. Опа. Сейчас. Опа. Вот, вот так удобно. Во, удобно. Вот так совсем другое дело. Угу. Так, мне надо посмотреть сейчас, только куда ехать. Зашёт не меня, если что. Вкусный, правда? Угу, давно не ел. Так. Сушевский вал следующий. Да, вон, точно, я же помню, этих магазинов этого года. Ну. А эти химикаты, знаешь, как? Я сейчас в покажу. Слушай, ты на работе сейчас скажешь, так маршрут, как он ездит. Угу. Мне просто интересно. Все-таки едем не к нему, а в сторону центра. Блин, прикинь, это жирная зараза, мне уже котлетутки не отвечают. И фиг с ним, ладно. Если не так уж это не волнует. Да.
сейчас опять помню. Все? Ну да. Что, я убираю это? Эти салфетки. Так, я тебе сейчас попить дам. Закрывай, я убираю. Административная ответственность. Штраф двукратным разом. Ну, вы-то возможно, если мы затем на поляну успеем побыстрее. И уже потом поедем после этого домой. А ты как поедешь? До Спиртного? Ну да, мы уже с тобой вместе поедем. Тогда я с тобой поеду до Спиртного? Ну мы вместе поедем. Нет, если мы до домой, то поедем до Спиртного, да? Да, домой. Угу. Что имею в виду. Так, распечатаем. Потому что там народу поменьше, и сесть можно лучше. Ты смотри. Чего? Ой, вот вижу. Так я был здесь, поэтому я знаю. Угу. Так, большая полянка, 42. Ой, кстати, мы здесь этот Тимофей, хай-фай открытие. А. Нет, такие реально вообще. Я понял, большая полянка. Ой, какая вообще. Так, мы это сделали. Это я просто удаляю сейчас. Так, это что у нас? А, это уже точка, но это я боюсь в другой раз уже. Посмотри, сколько нас ехать на метро. На щелочке, нет? Нет, рано. Да, вот пара. Ну, мы доедем сейчас, да, на автобусе. Там выйдем, там минут 8 пройти пешком. Минут 8. Так, я сейчас посмотрю, сколько ехать до полянки, во-первых. 10 минут. Это последняя будет полянка, да? Да. И домой мне еще посмотреть надо. Домой? Полить. Нет, оттуда уже домой. Полчаса. Нормально, ничего. Ну, я думаю, если не затянем, мы все успеем. Угу. Я тоже там думаю. А от поляночки там далеко? Ну, минут 5-10 как бы. Что? Девушка. Ну, там более-менее. Mm-hmm.
ходил в Ёлки-палки. А что там такое? Аля Травлёй. Опа-на. Опа-на, как ты? Да. Новослободская. Ну еще чуть-чуть осталось ехать. Ничего страшного. Я не тороплюсь, ты знаешь. Следующая остановка – киностудия «Союз мультфильм». Какая я прописала? Киностудия «Союз мультфильм». Да? Да. Прикольно. Угу. Твое лето. Долгоруковская улица. А ты здесь не был? Mm-mm. Надо будет на обед сюда. А зачем? Если ты, мы все равно не снимем. Mm. Следующая остановка — улица Малая Выдерха. Откройте, пожалуйста. Кнопку. Нажимайте кнопку. Ага. Сзади можно? Спасибо. Откройте сзади. Мне тоже пора, нажимайте на кнопку.